Игорь Ильич, ну, что вы смотрите на меня, как на привидение? Я вам не мерещусь, я настоящая, все та же Рита Андреевна. Только фамилия у меня теперь другая. Вы вышли замуж. Поздравляю. И кто счастливчик? Очередной богатенький иностранец? А вы неплохо меня изучили, господин Гордеев. Да, мой супруг успешный бизнесмен. Владелец сети азиатских медицинских клиник, развивает фармацевтический бизнес в Китае и Южной Корее. Но особая любовь у него к нашей с вами родине. Только по любви можно вложить огромные деньги в клинику, которая не приносит прибыли. Значит, ты вышла замуж за господина Лима. Молодец, Гордеев. Дураком ты никогда не был, разве? Разве что, когда меня уволил. И теперь ты решила отыграться. Было такое желание, признаюсь. Тем более, играть мне с тобой нравилось. Ты был достойным соперником. Был, значит. Да, был. А сейчас у моего супруга в этой клинике контрольный пакет акций. Так что, увы, игры кончились. Мы с тобой теперь в разных весовых категориях. Мой супруг наделил меня всеми полномочиями. У меня генеральная доверенность. Я имею право получать всю информацию о текущей финансово-хозяйственной деятельности клиники и отменять все решения господина Гордеева, которые сочту ошибочными. К чему такие сложности? Может, просто сразу назначишь себе гендиректором? Зачем? Ты ведь тоже совладелец и тоже заинтересован в прибыли. Так что цель у нас одна. Мешать я тебе не буду, только помогать. Все, я с дороги. Устала. Не говорите, что она будет работать с нами. Нет, она не будет с нами работать. Она будет контролировать нашу работу. Что, на каких правах? На правах жены совладельца клиники господина Лима. Даже такие стервы замуж выходят. А я? Маратик, ты прости, что пришлось прервать наш разговор. Так в какой ресторан идем? Ну, уже ни в какой. Ну, как это? Почему? Да, только что нарисовалась командировка. Еду в аэропорт. Понятно. Хорошая хоть командировка-то? Надеюсь. Инвестор позвал на переговоры. Хочет вложиться в мой стартап. Отлично. Удачи на переговорах. Лёш. Привет. Падение со строительных лесов.
Прораб со стройки вызвал нашу скорую. Мы, конечно, удивились, но рабочий застрахован по полной. Имя, возраст записали? Да, Иван Вертухин, 45 лет. Ну, я на следующий вызов. Подписываю договор с китайцами, скоро стану миллиардером. Ух ты. Для начала нужно миллионером. Карина, детка, да ты сорвала джекпот. Карин, Алексей Владимирович сделал отчеты по плановым операциям. Передай Гордееву. На что ты там уставилась? Хожу в сотню самых молодых миллионеров. Карина, ты поверила? А зачем ему врать? Ты что, ищешь любовь на сайте знакомств? Нормальные мужики, только в офлайне. Лицо в лицо, так сказать. Искала я уже лицо в лицо. Ничем хорошим это не закончилось. Я с утра до вечера тут сижу. Но в клинике тоже есть мужчины. Где? Разве что Гордеев. Но он почти с женой сошелся и еще вчера нарисовалась эта Рита Андреевна. Ой, кто такая Рита Андреевна? Она работала в гинекологической клинике Игоря Ильича. Я обманула его, скрыла очень важную информацию и почти подставила клинику под судебный процесс. Скандал был, жуть. Короче, он ее уволил. Да ты что? Да. А вчера, прикинь, приходит и та-дам! Оказывается, она жена господина Лима. Кого? Кого-кого? Совладельца этой клиники. Партнера по бизнесу Игоря Ильича. Жесть, правда? Состояние тяжелое. Гемодинамика устойчивая. Уровень сознания кома. Подкожные гематомы верхних и нижних конечностей. А также грудной клетки. Поясничного отдела позвоночника. Признаки ушиба легких и органов среды чтения. Рентген подтвердил перелом 12-го грудного позвонка. Необходима электрокардиограмма, КТ головы, грудного и поясничного отдела позвоночника. И рентгенография нижних конечностей. Готовьте пациента. КТ головы чистая, верхние и нижние конечности без костной патологии. А вот шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника не в норме. Компрессионные переломы тел позвонков Т12-Л1, нижний грудной, верхний поясничный. И еще субарахноидальная гематома спинного мозга. Видите? Вижу. Тут еще такая травма в грудной клетке. Ушиб мышцы миокарда. Угу. Что ж, дождемся результатов анализов и будем оперировать. Здравствуйте. Мне позвонили, сказали, что мой муж у вас сейчас. Иван Вертухин, говорят, упал. Что с ним? Надежда Викторовна, можно вас на минутку? Это жена Ивана Вертухина. Вы знаете, что с Ваней? Как же вы вовремя приехали. Я как раз собиралась звонить родственникам. Нужно подписать согласие на операцию. Иван без сознания. Без сознания? Но что случилось? Ваш муж упал с лесов, с высоты. Положение очень серьезное, у него перелом позвоночника и незначительная травма головы. Боже мой, как же так? Как же так? Все непросто, но операция поможет. Его уже готовят. Вы подпишете документ? Да, конечно. Но он будет жить, правда? Мы сделаем все, что от нас зависит. Алексей Владимирович, в комнате отдыха уже остывает ваш чай, и я принесла домашнее печенье. Мне не до чая, Зоя. Что-то случилось? Алексей Владимирович, вы очень напряжены. Хотите, я вам сделаю массаж? Да какой массаж в рабочее время? Я понимаю, вы переживаете, потому что вас несправедливо не повысили. Но вы все равно останетесь заведующим. Это точно. И, может быть, вам поможет в этом Рита Андреевна. Рита Андреевна, кто такая? Жена господина Лима. Совладельца клиники, а при чем тут она?
Теперь она контролирует Гордеева. А раньше была его подопечной. И он уволил ее. Со скандалом и без выходного пособия. Интересно, правда? Пока не знаю, как мне это поможет. Но интересно. Доченька, ты уже дома? Почти. Варюш, ты нас, папа, не жди. Там в холодильнике котлеты и салат на второй полке. Поешь. Да. В шкафчике над плитой печенье. Как ты можешь говорить о еде? Не понимаю. О чем ты, дочка? Ни о чем. Как Ваня? Пока без изменений. Состояние стабильно тяжелое. Спасите его. Я вас очень прошу. Мы же со школы с ним всегда вместе. Он нам очень нужен. Умоляю вас. Я уже сказала. Мы сделаем все возможное. И невозможное тоже. Евгений Петрович, я могу украсть минутку вашего времени? Даже несколько минуток. Что случилось, Вера Антоновна? Да. Нужен ваш верный глаз, профессиональный опыт и крепкие мужские руки. Заинтриговали. Нам доставили новый тренажер. Это просто сказка. Стоит пока в моем кабинете. Но я никак не могу с ним разобраться. Вот хочу сразу убить двух зайцев. Похвалиться перед главврачом, ну и разобраться, что к чему. Ну, если вы такой опытный реабилитолог, не можете разобраться в тренажере. Что уже обо мне говорит? Евгений Петрович, ну что вам стоит пойти посмотреть на оборудование? Да ничего не смыслю в тренажерах. Ну хорошо. Трансляцию. Куда? Да, в интернет. Ну, чтобы люди видели, как вы вместе оперируете. Работаете просто огонь. Часами можно смотреть. А я бы комментировал. Зажим подай, комментатор. Мой красавец. Как вам? Что я могу сказать? Наверное, неплохо. Он идеален. Так, Евгений Петрович, как вы думаете, с чего начинается работа этого образчика гениальной мысли? Я думаю, надо встать вот сюда. Вставайте. Теперь делайте шаг. По идее, должен сразу загореться вот этот мониторчик. С него доктор должен списывать результаты. Давайте, делайте шаг. Ура! Работает! Теперь можете походить. Посмотрим, как он будет считать показатели. Вера Антоновна, давайте закончим этот спектакль. Плохая из вас актриса. Зато я прекрасный реабилитолог, Евгений Петрович. Инфаркт – это не шутки. И ваше сердце не вечный двигатель. Я дам вам упражнения. Какие-то попроще, некоторые сложнее. Но их можно делать и дома, и на работе. Да хорошо я себя чувствую. Тем более сейчас, когда с меня сняли операционную нагрузку. А я смогу сделать так, что вы будете чувствовать себя не просто хорошо, а великолепно. Будете бодры и полны сил. Или вы хотите на пенсию? На лавочке в домино играть? Ненавижу домино. Отлично. Тогда начнем.
Ну как там, все хорошо? Пока рано судить. Ваш муж вот-вот должен прийти в себя. Тогда и оценим ситуацию. Не знаю, как поговорить с дочкой, я пока и не сказала. Варя обожает отца. Конечно, нельзя от нее такое скрывать. Но мне так страшно, Надежда Викторовна. Зимину сняли швы, Петровой контрольные анализы сделали, так что у ваших пациентов все в порядке. А вот у пациента Смирновой и Павловой не все так гладко. Что за пациент? Строитель. Оперировали утром, падение с высоты. Сама операция прошла хорошо, но пациент до сих пор без сознания. Сашка такой озабоченный ходит. Я его разговор с Павловой слышала. Интересно. КТ головы мозговых травм не обнаружила, но причин так долго находиться в отключке у пациента вроде нет, но факт есть факт. Наверное, Смирнов и Павлова накосячили, вы можете этим воспользоваться. Нет, я не буду наступать на те же грабли. В этот раз мы пойдем другим путем. Каким? Спасибо за помощь, Зоя. Спасибо, что разрешили мне войти. Сейчас Ванечка услышит мой голос и очнется обязательно. Он слишком долго без сознания, хотя объективных причин для этого нет. Ванечка, родной, я знаю, ты меня слышишь. Ты нам очень нужен. Пожалуйста, вернись ко мне, я не смогу без тебя. А помнишь, как родилась Варя? Она же так похожа на тебя. А ты сказал, у нее мои глаза. А помнишь, когда в полгода она горячий чай на себя опрокинула? Как ты тогда перепугался? Иван? Иван, вы слышите меня? Вы что-то увидели? Возможно, это реакция периферической нервной системы. Мне нужно сделать некоторое назначение. Вы не хотите выпить кофе или чаю? У нас на первом этаже есть кафе. Иван, я знаю, что вы пришли в себя. Но почему-то не хотите в этом признаваться. Открывайте глаза. Мне важно понимать, что с вами, чтобы эффективно вас лечить. Иван. Он что, притворяется? Задам вам нескромный вопрос, простите. Скажите, ваш муж может быть на вас сильно обижен? Обижен? Да нет. Или, возможно, вы поссорились? Нет, мы не ссорились. А почему вы спрашиваете? Дело в том, что он очнулся и прекрасно слышал все, что вы ему говорили. Но продолжал имитировать бессознательное состояние. Это странно. Но похоже на то, что он просто не хочет с вами говорить. Игорь? Да. Ваня упал с лесов. Да, мне уже сообщили. Как он? Плохо. У него перелом позвоночника. Он может на всю жизнь остаться инвалидом. Это ты все подстроил, да? Что? Ты в своем уме, Алена? О чем ты говоришь? Ты мог испортить леса, подпилить, сломать, не знаю что. Это же твоя стройка. Скажи, это ты сделал, да? Нет. Да, я люблю тебя и хочу быть с тобой, но я не убийца. Как ты
можешь так думать. Алена, я вызвал комиссию для проверки, они все выяснят. Поверь мне, я тут ни при чем. Я тебе не верю. Андрей Иванович, я посоветоваться по поводу Ивана Вертухина. Конечно, проходите. Понимаете, я почти уверена, что он притворяется. А что значит почти? На боль он реагирует, но глаза не открывает. И вроде как меня не слышит. Это ерунда какая-то. Не можем же мы ему пятки щекотать. Ну, кстати, неплохая идея. А что показывают мониторы мозговой деятельности? Андрей Иванович, я на минутку. Хотел обсудить с вами график плановых операций. Может, несете свои коррективы. Кстати, поздравляю с успешной операцией. Вот здесь еще, посмотрите. Искренне восхищен вашей работой. Не каждый сделает это столь профессионально. Благодарю. Но операцию вела Надежда Викторовна. Ничего особенного я не сделала. Бегом за Надеждой Викторовной. Да? Алена, это я. Комиссия только уехала. Лесами все в порядке. Не из-за них Ванька рухнул. Как он там? Пока без изменений. Понял. Ну, ты там держись. Можно вас? Это мне врач со скорой отдала, когда вашего мужа привезли. А я забыла вам вернуть. Простите, пожалуйста. Наверное, разбился при падении. Надо же, работает. Странно. Перед самым падением мужа звонила дочь. Очень странно. Хотела проверить кое-что. Действительно ли он без сознания? Так, состояние стабилизировалось. Ну вот сердце. Странно, что на стройку, на высотные работы берут с сердечной недостаточностью. Внезапный сердечный приступ мог бы объяснить, как опытный строитель упал с лесов. Думаете, приступ стал причиной падения? Возможно. Саш, следи за показаниями монитора и через полчаса сними еще раз ЭКГ. А мне надо кое-что выяснить. Как? Работается, Андрей Иванович? Евгений Петрович, я хотел вас поблагодарить. Брось. Я лишь порекомендовал вас сюда и сделал это с чистой совестью. Вы прекрасный специалист. Спасибо, но я не об этом. Я благодарю за то, что пригласили Надежду Викторовну на работу. Несмотря на мой, так сказать, крайне негативный отзыв, если не сказать большего. Я очень рад, что мы с ней в одной команде. И уже не считаете Надю скандалисткой? Характер у нее непростой, этого не отнять, но она настоящий профессионал. За ее работой ей приятно наблюдать, и у нее потрясающая интуиция. Я очень рад, что вы это поняли. Надя – редкий талант. Это невероятная удача, что она в нашей команде. И благодарность принимаю. Ваня никогда не жаловался на сердце, но он работает на стройке уже много лет. Постоянно тяжесть таскает. Может, не выдержало сердце? При высоких нагрузках такое возможно. И что же теперь делать? Наблюдать.
В любом случае, после операции вашему мужу придется подумать о смене профессии. Прежние нагрузки, по крайней мере, на ближайшие полгода-год точно невозможно. Все-таки надо все рассказать Варе. Чем дальше оттягиваю, тем хуже. Не буду же я вечно скрывать то, что случилось. Конечно. Куда проще жить, когда ничего не скрываешь. Я вернусь к вашему мужу, хорошо? Да-да, конечно. Варенька, вот ты где. Что ж ты трубку не берешь? И домой даже не заходила, ничего не поела. Доченька, что случилось? Ты плачешь из-за котят? Варюш, мы бы забрали их, но нам самим в однушке места мало. Отстань, котят это ни при чем. Ты узнала про папу? Детка, врачи сделают все возможное. Они сказали... Какие врачи? Что с папой? Что? Говори! Папа в больнице. Он упал с лесов на стройке. Похоже, что как раз после твоего звонка. Доктор говорит, у него случился сердечный приступ. Варюш, о чем вы говорили? Отвези меня к папе в больницу сейчас же. Ну, а объясни. Я не хочу с тобой говорить, я хочу к папе. Да-да. Не занято, Евгений Петрович. Проходи, Надюш. Хочу насчет пациента-строителя посоветоваться. На КТ мозговых изменений нет. Анализы вполне в норме после операции. Я назначила схему лечения. Смирнов с ней согласен. Вот и отлично. Мои советы не нужны. Я вам с Андреем Ивановичем доверяю. Он, кстати, в восторге от твоей работы и признал, что... зря противился твоему назначению. Так он был против? Как так? Ведь это он поговорил со мной в моей больнице. Можно сказать, настоял, чтобы я приняла ваше приглашение. Ну да, все верно. Просто вначале, когда я говорил ему о тебе, он был против. Вы с ним где-то там столкнулись неудачно. И он сомневался, что... с таким характером можно работать с пациентами. Вот и все. Зря я тебе это сказал, да? Да нет. Все нормально. Лейкоцитов, правда, поменьше в крови, но мы же такие дозы антибиотик льем. ЭКГ повторно сделали. Как он? Состояние стабильно тяжелое. А что по крови? Лейкоциты повышенные, билирубин и холестерин в норме. А со стороны сердца? Была пароксизмальная тахикардия, но она купирована назначенными препаратами. Наблюдайте дальше. Если что, я у себя. Куда идти? Где папа? Подожди, Варь, скажи, наконец, о чем вы говорили? Состояние пациента стабильно тяжелое. Операцию покроет страховая, но вот реабилитация будет долгой и дорогостоящей. Постой тут, дочка, сейчас. Ничего, я все оплачу. Выписывайте счет. Мне не нужны твои деньги. Я знаю, ты не виноват. Леса были в порядке. За это прости. Но мне ничего от тебя не нужно. Неужели ты не понял? Я же тебе все сказала. Уходи. Уйду. Вот оплачу лечение своего сотрудника и уйду.
Он все-таки мой школьный друг. Друг? Алена, я не оправдываться приехал, а по-дружески помочь. Я принял решение. Непростое. Ты права. Нужно жить дальше, а не гоняться за прошлым. Да, я до сих пор люблю тебя, но... Ты счастлива с Иваном. Поэтому живем настоящим и решаем проблемы по мере их поступления. Да? Игорь, ты обязательно встретишь ту, с кем тебе будет тепло и здорово. Да. Лёш, постой. Тут у меня какая-то странность с пациентом-строителем. Давай пойдем кофе выпьем, мне твой совет нужен. Тебе мой совет? Не смеши меня, Надя. Лёш, да ну что происходит? Я пытаюсь помириться. Если я что-то делаю неправильно, скажи мне, что именно. Надя, ты всегда все делаешь правильно. Всегда. Варя, объясни, что происходит. Я все знаю. Ты решила уйти от папы к этому дяде Игорю. Что за глупости? Я видела тебя с ним. По дороге в школу вспомнила, что забыла деньги на экскурсию. Побежала к тебе на работу. Алена, ты же знаешь, я тебя люблю еще со школы. Я все для тебя сделаю. Игоря. Я развелся. Я свободен. Переезжай вместе с дочкой ко мне. У нас будет лучшая в мире семья. Папа, папочка! Варенька, что случилось? Поверь, любая оценка не стоит твоих слез. Не за оценки, а из-за мамы. Варя, успокойся, скажи нормально, что с мамой? Она хочет нас бросить, тебя бросить. У нее там на работе какой-то Игорь. Он мне сказал, что любит ее еще со школы, чтобы она к нему приезжала со мной. Но я не хочу, я останусь с тобой. Папа, папа, алло! Варя, посмотри на меня. Ты все неправильно поняла. Я не собиралась уходить от папы. Я никогда не брошу Ваню. Я люблю его. А деньги... Не купить на них ни счастья, ни любви. Уж ты-то это должен знать, как никто. Алена, ты не понимаешь. Пожалуйста, уходи. Что бы ты ни говорил, ничего не изменится. Тебе надо было просто спросить меня. Понимаешь? Значит, это я виновата, что папа упал. Что я наделала? Варь, ты не виновата. Я хочу, чтобы ты это понимала. Ты еще ребенок. И пока не очень справляешься со своими эмоциями. Тебе было больно и обидно за папу. И ты хотела с ним поговорить. Это нормально. Твоей вины ни в чем нет. Все хорошо. Иван. Иван, вы слышите меня? Да. И первый раз я тоже вас слышал. Вы тогда все правильно поняли. Просто я не хотел разговаривать. Сейчас это не важно. Операция прошла успешно. Вы поправитесь. Но реабилитация будет долгой и сложной. И работать на стройке вы, скорее всего, уже больше не сможете. Но... После реабилитации вы снова сможете ходить. А страховой полис это все покроет? Операцию покроет, да. А реабилитацию уже оплатил ваш друг. Друг? Игорь заплатил за меня. Он мне совсем не друг. Наоборот. Увел мою жену, хочет откупиться. Ваша жена все время была здесь. Она очень переживает. И ваша дочь тоже в клинике, я позову их, ладно? Дочку зовите.
А жену я видеть не хочу. Ваш муж пришел в себя. Простите, но он зовет только дочь. Сказал, что вас видеть не хочет. Мама, это я виновата. Я ему все объясню. Нет, милая, это дело взрослых. Мы сами разберемся, хорошо? Я тебя держать не буду. Хочешь к Игорю – иди. Я люблю тебя. И хочу только одного, чтобы ты была счастлива. Я теперь не боец. А с Игорем тебе лучше будет. Мне будет лучше с тобой, глупый. Потому что мое счастье – это ты. То, что сказала тебе Варя по телефону – недоразумение. Она слышала не весь разговор. Да. Игорь просил бросить тебя. Но я любила, люблю и буду любить только тебя. Мне уже можно выйти, мам? Прости меня, папочка, я так виновата. Я не хотела, чтобы так все вышло. Проехали. Девочки, а теперь новость хорошая. Хотел дома за ужином рассказать, но совершил свой великий полет. Ну да ладно, сейчас тоже сойдет. Внимание, у нас будет свой дом. Я взял кредит и выкупил у Игоря один из таунхаусов, который строит наша фирма. Будем теперь жить за городом, как мечтали, Алена. С работы я что-нибудь придумаю. У тебя будет теперь своя комната, дочка. И ты можешь забрать всех своих котят. Евгений Петрович, жду вас завтра в 10 утра. И не сочковать. Буду. Вы же все равно меня из-под земли достанете. А то. Только, Вера Антоновна, я вас прошу, чтобы никто в клинике не знал. Ну, кроме уже посвященных. Конечно. Это ведь лично для вас. Мне в кабинет тренажер поставили. Пришлось сказать, что набрала 5 кило. Буду вес сбрасывать. Насмешили. Надежда Викторовна, как там Вертухин? Ему уже лучше. Вы же не против, что я его веду? Ну, конечно. Почему вы спрашиваете? Ну, не знаю. Вдруг вы по-прежнему меня считаете скандалисткой. Кто вам такой сказал? Евгений Петрович? Ну, да. Случайно проговорился, что вы были против моего назначения. Да, я был против. И до сих пор считаю, что иногда вы слишком эмоциональны. Вот как сейчас. Но ваши профессиональные качества важнее личных недостатков. Может, сразу все мои недостатки и перечислите? Зачем цепляться к словам? Вы отличный хирург, Надежда Викторовна. Лучший из всех, с кем мне приходилось работать. Это искренне. Положи руку на сердце. Это результаты биопсии Петровой? Извините, мне нужно поговорить с пациенткой. Последняя капельница. Все, Любочка, ты здорова. Что-то радости не слышу. Нет, нет. Я очень рада, правда. Просто у меня как всегда. Опять Стрелецкий голову морочит. Да нет, дело не в нем. Меня сегодня новый заведующий похвалил. Да разве же это плохо? Ну, кроме Волка, меня никто так не хвалил.
Ну, Волк мне как отец. А тут чужой человек. Без года недели меня знает и столько всего хорошего наговорил. И так говорит, что я верю, что это от чистого сердца. Надюш, так а что тебя удивляет? Так оно так и есть. Ты самый лучший хирург. Я тебе об этом постоянно говорю. И пациенты твердят. Пациенты одно дело. Ты моя подруга. Понятное дело. А тут чужой человек. Просто коллега. И он не пытается соревноваться со мной. Не пытается быть снисходительным. Просто он видит в тебе тебя. Не свои эмоциональные проблемы, не уязвленную гордость или еще чего-то там. Он смотрит на тебя и видит тебя, Надю. Вот и все. Тетя Надя, привет! Вы бы видели эту игру. Все чумазые, потные. Тренер еле успокоил. Мы же выиграли. Мы крутые. Да, папа? Толя мяч подал. Васька отвлекся. Я принял. И... гол! Представляешь? Гол! Ты будешь счастлива, подружка. Обязательно. Когда, Люб? Да хоть сейчас. Просто разреши себе быть счастливой.